Здрасте. Очень вкусные штучки там будут. Вот это вот мое? Вот это вот? Это все мое. А это все мое. Необычное начало влога. Короче, всем привет. Мы пришли на репетицию. Будет Милана у нас выступать на сцене. Это у нас концертная площадка «Мир». Милана, какую песню будешь петь? Beat Goes. О, боже! Ты, кажется, заработал. Давай. Мы пришли репетировать. Ждем Таю. Таюшка должна прийти. И Милаша к ней даже подарочек приготовила. День защиты детей, мы будем выступать здесь. Сейчас нас установят, устаканят, поставят, и мы, короче, будем репетировать. Сегодня репетируем генерально, завтра будем репетировать. Короче говоря, мы закончили наши репетиции на пока. Нас отпустили, мы пойдем пить чай, сейчас зайдем, попьем чаек, очень вкусные штучки там будут. Если нас не будет, то никто не заметит. Да, ну там очень много детей, реально. Но на когда последний пришла, номер меня там... меня сразу окружила фан-встреча. Это так приятно, да? Да. Вот, короче говоря... Я даже никого не звала, они пришли. Мы идем. Сейчас покажем вам торт. Та-та-та-та-та-та, красота, та-та-та. Не, на улице мы садиться не будем, хотя тут тоже уютно очень на улице. Мы пойдем внутрь, потому что там холодно. Вот сюда. Вау! Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Что ты думаешь? Я даже не знаю. Даже не знаешь, Света, не скажешь. Божечки, это все... Так, это все хочется попробовать, прям все хочется попробовать. Вот это мой любимый десерт. Вот это. И надо хотя бы вот штуку 5 вот этих взять. Ну, короче, мы еще с собой, судя по всему, мальчикам нашим возьмем. Не только мальчикам, алло. Милана не может не снимать, она уже параллельно снимает. Нет? Это очень-очень. Давно мы здесь не были, но на самом деле, вот сколько раз не приходили, всегда десерты идут на первом плане. Это всегда вкусно. Так, кого ты дождалась? Я вот эту девушку. Здравствуйте. Вот эту девушку, Милану, говорит. Мы друг друга передали подарочки. Вот это вот мое? Вот это вот? Это все мое. А это все мое. Вы не договаривались или вы договаривались? Мы не договаривались. Мы не договаривались. Короче, девчонки тут собираются. Тая, ты будешь кушать или будешь десертик какой-нибудь? Ну, я, наверное, и десертик, и покушать. Я буду тут ужинать. Репетиции закончились, мы вернулись домой, но вернулись не одни. Вернулись с... Здрасте. Здрасте. А что вы тут делаете? Мам, пойдем. Я иду к Милане в гости. Мне подошел кондуктор и попросил покинуть вагон. И я ему сказал, что хорошо скоро придет. Страшно. Ой. И заставил покинуть вагон. Что-то они смотрят, короче, тихо, старшинки. Все, мам, тихо. Ну что я мог поделать? Тот случай, когда у нас дома вечериночка. Пойдемте покажу. Вечериночка. Он оставил так этот, как по стилю.
Доброе утро! У нас уже доброе утро. 8 утра. Зашторены шторы, потому что что, солнышко мешает? Солнышко. Да, солнышко. И вафли, которые приготовил папа, да? А тут у нас очень вкусно пахнут вафли. Я с тренировки пришла. А у нас папа готовит. Поваренок с самого утра тут. Детей балуют. Я еще сам не ел вообще. Очень классно. А я только что пришла с фитнес-зала. У меня была тренировочка с 7 до 8. Сейчас завтракаем, врываемся в этот день и едем на выступление девчонок. Будем все вам показывать. Мы собрались, мы готовы, вышли. Я все уже стою возле такси, жду, пока девчонки доберутся. Эти две капуши забыли что-то из дома забрать. Мы выезжаем на концерт. Вас приглашаем вместе с нами. Сегодня будет прямая трансляция на 200 стран с этого концерта непосредственно по Music Gold. Да, Music Gold, по-моему, или Music TV Gold. В общем, по какому-то у нас в России тоже будет это транслировать. Но в интернете, наверное, будет проще посмотреть. Поэтому, если кто-то посмотрел, пишите в комментариях, смотрели вы или нет. А мы сейчас едем только записывать его, только выступать. И покажем это вам уже в следующей серии.